Из чего только не создают свои хендмейд произведения любители рукоделия. Глина, бумага, ткань, дерево. А мы сегодня сделаем украшение из фоамирана и расскажем вам об этом новом материале для творчества. Расскажите, пожалуйста, какие украшения делают из фоамирана? Чаще всего это бывают броши, заколки, ободки, искусственные цветы. Сегодня мы будем с вами делать розу. Материал очень тонкий и пластичный, что позволяет делать искусственные цветы очень приближенные к реальным. Сегодня мы будем использовать фоамиран, клеевой пистолет, ножницы и пастель. Пастель используется для того, чтобы затонировать наши листочки. Нам надо отрезать полосу от листа 4,5 сантиметра. Фоамиран, или как часто его называют фом, это тонкие листы с пененой резины. А ощупь они мягкие, бархатистые, поэтому их часто называют искусственной замшей или пластичной замшей. Откуда у нас появился этот материал? Родина фоамирана – это Иран. Он изготавливается вручную, его раскатывают на специальных досках. Это все ручная работа. Сколько нужно лепесточков для розы? Примерно у нас здесь уйдет 10-12 листочков, потому что роза у нас будет полузакрытая. Если роза открытая, то примерно уходит лепесточков 18-20. Чтобы фоамирану придать форму, его нужно нагреть. Это можно сделать с помощью утюга или разогреть его в руках. Наши листочки готовы. Мы берем обычную фольгу, формируем капельку. Это будет наша основа цветка. На эту капельку с помощью клеевого пистолета мы будем приклеивать наш цветок. Такая роза хорошо держит форму, ее практически невозможно помять. А если она испачкается, то ее можно будет просто помыть. Сделали украшение из фоамирана Ксюша Малафеева и Маша Андронова.